случится. Посмотрим в интернете, но ведь и он подсказок не дает. А может, словно птица, парит над всем на свете. Куда пойти учиться? Рецепт давно известен. В такую бы компанию попасть, чтоб не стоять на месте, а подниматься вместе к вершинам и стараться не упасть. Если к свету тянешься небес, станешь еще страннее, чем корабельный лес. Как подсолнух солнышко держись, людям другим поможешь лучше сделать жизнь. Мечта должна быть смелой и большой. Журавль и синица, но все, что будет сниться, случится обязательно с тобой. Если к свету тянешься небес, станешь еще страннее, чем корабельный лес. Как подсолнух солнышко держись, людям другим поможешь лучше сделать жизнь. Куда пойти учиться?